Иди, папе. Иди. Иди, папе. Пошли. Пойдем, пойдем. Вась, на, на. Пошли. Идем гулять. Идем, беги. Беги. Беги, зайка, беги. Молодец. Ну что, устал? Васенька, пошли. Идем. Идем, идем. Вась. А я ролик записываю. Он так смотрит, такой смешной. Вася, что ты смотришь? Беги, беги. Молодец, беги, Вась. Давай, побежали. Сейчас. Вася, на. На. Он по дорожке бегает. Бежи, Васька, бежи. Дай пять. Дай пять. Жал. Васька, ты что делаешь? А? Играется с травой. Сегодня 10 апреля 2022 год. Гуляем в маленьком пригороде, который очень богатый. Тут дома по 3 миллиона, по 5 миллион стоят. Давайте мы посмотрим сейчас на некоторые дома, которые были проданы в этом районе. Вот это, наверное, самый дешевый дом за 385 тысяч долларов. 3 спальни и 2 туалета. Давайте пойдем дальше. Я вам покажу, какие бешеные деньги стоит тут недвижимость. Вот домик за 705 тысяч долларов. 4 спальни, 4 туалета. Вот дом за 1.4 2 миллиона долларов. 5 спальни. Вот. Вот такие вот цены. 2 спальни, 2 туалета. 430 тысяч долларов.
него дом за 2 миллиона долларов, 5 спальней и 6 туалетов. Живется хорошо кому-то, да? Идем дальше. Вот дом за 700 тысяч долларов. Вот такие вот цены. Вот дом, почти 2 миллиона долларов. Вот дом за 1.68 миллионов долларов. 6 спальни и 7 туалетов. Зачем это надо? Теперь давайте посмотрим на этот дом, который в этом районе стоит 705 тысяч долларов. Это более-менее низкая цена сравнить с другими домами, где дома стоят по 2 миллиона долларов и плюс. Значит, вот этот дом 705 тысяч долларов. 4 спальни. 4 туалета. Этот дом был продан 1 апреля этого года. И кто-то его купил за такую цену. Давайте мы сейчас посмотрим на детали этого дома. Значит, он был построен в 2004 год. Вот вы можете сейчас на экране посмотреть. Природный газ. Вот. 0.30 акров. Но что я вам хотел показать, это налоги. Вот. Дом был продан за 705 тысяч долларов в этом году. А давайте мы посмотрим, какие налоги этот человек будет платить в этом доме. Вот. Значит, его налог будет почти 12 тысяч долларов в год, чтобы жить в таком доме, где тут всего лишь 13 соток земли. Вот. И 12 тысяч долларов будет платить в год, чтобы жить в таком доме. И если посмотреть на предыдущие года, то налог повышался. Раньше он был в 2014 году, налог был только 11 800, а теперь уже почти 12 тысяч стал. Вот. А в 2004 году налог всего лишь стоил 2000 долларов. Так что вы видите, как налоги в Америке могут очень резко подняться на вашу недвижимость. Вы можете где-то жить счастливо, а потом к вам придет письмо, и у вас налог умножился на 2 раза. Пару тысяч долларов сразу. Это тоже как-то нестабильно, и многие люди просто вынуждены продать их дом и уехать просто в другой город, потому что не могут платить такие налоги. Ну вот такой дом, 12 тысяч долларов налог, если хотите жить в таком доме. Но здесь есть такая зеленая зона, где можно пройтись, и где у сыночка есть тропинка и просторная дорожка, где можно пробежаться.